И тема нашего сегодняшнего урока – подростковый возраст и его особенности. Она ведет урок легко и интересно, хотя работает в школе всего один год. Наталья Барбулина преподает в 26-й городской школе историю, истоки и обществознания под чутким руководством опытных коллег. С нами идет плотная работа. Каждому новому педагогу назначается наставник, который помогает молодому учителю в учебе, в общении с ребятами. У нас идет плотное сотрудничество со всей администрацией школы. Осваивать профессию не в теории, а на практике будут более 100 вчерашних студентов, которые в этом году пришли работать в систему образования Вологды. Это рекордное количество за последние 5 лет. Ведь в последнее время город начал особенно активно и целенаправленно заниматься омоложением педагогических кадров. Глава города Вологды Евгений Шулепов, цитата: «Сегодня перед системой образования города мы ставим глобальные задачи, поэтому особенно важно внедрять инновационные подходы в этой сфере. Надо понимать, что инновация – это дело молодых, потому привлекать в школы молодые кадры просто необходимо. Это важнейшая стратегическая задача». Потому во всех школах Вологды внедряется программа адаптации молодых педагогов, система наставничества, материальные поощрения и моральная поддержка, плюс расписание, при котором начинающие специалисты могут максимально реализовать свой потенциал. Лидер в этом направлении – 26-я школа. Уже 6 лет здесь работает проект «Молодой учитель». В течение первого года работы каждый из новичков получает ежемесячные стимулирующие выплаты – 2500 рублей. Учителей регулярно отправляют на курсы повышения квалификации, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. Там в ходе обучения они получают возможность получить гранты на реализацию своих инновационных проектов. Мастер-классы и семинары проходят еженедельно и в самой школе. Молодые люди могут растеряться, могут испугаться, могут чего-то, может быть, не понимать. Это не страшно. Страшно, когда они остаются один на один со своими вопросами. За 5 лет 25 молодых педагогов пришло к нам на работу, и все они у нас остались. В результате процесс пошел по нарастающей. Если в 2013 году в городскую систему образования пришли около 40 педагогов, то в этом вдвое больше. Это выпускники уже не только вологодских, но и столичных вузов. Школа стала меняться, школа богата традициями, опытом, но и школа должна быть богатая. И вот приходом молодежи для того, чтобы эти традиции кому-то передавались. Всего в городской системе образования сейчас работают 233 молодых специалиста. Стаж каждого до 3 лет. За это время большинство начинающих учителей получили первую или высшую квалификационную категорию, а сразу несколько из них стали призерами профессиональных конкурсов для начинающих педагогов. Егор Канавин, Мария Поздеева, Максим Тышковец, Вологда Портал.